И я приглашаю Светлану Пирогову. Со Светланой, ну как, я уже, Светлана у нас каждый год выступает. У меня задача заряжать, заражать и делиться кейсами. Вы знаете, это очень здорово, когда есть из года в год какую-то историю, которую можно рассказать, как случилось за последнее время. Да? Мы уже с этим кейсом, на самом деле, 2 года назад уже работали. Но самое главное, надо понимать, что кейс это не то, что все вот завершилось и больше ничего не делается. Да? А мы понимаем, что проекты же дальше движутся. И вот, соответственно, сейчас есть возможность показать, как этот проект дальше развивается, насколько он в итоге, знаете, вот это к вопросу о видении, да? Удачно, да. Вот, поделись, пожалуйста, результатом уже вот на текущий момент. Да, я поняла. Светлана выступает каждый год, наверное, потому что некоторые отсиживаются в зале, да? А хотелось бы, чтобы коллеги... Давай вспомни, как ты стеснялась и говорила, что нет, это разве кому-то интересно? Это к вопросу о том, что вы на самом деле готовьте кейсы, приходите ко мне, я реально считаю правильно, я на самом деле здесь не буду лукавить, я понимаю, что мы находим ту фактуру, которая реально интересна. Делитесь, подсказывайте, не думайте о том, что это никому не интересно. Вы с таким удовольствием сейчас, вы реально видите конкретную практику ваших коллег. Вы также можете делиться. Продолжай. Хотел сказать, не жадничайте. Потому что в каждом регионе, наверное, есть какие-то свои интересные лайфхаки, есть интересные какие-то находки, которые в другом регионе могут тоже прижиться. Да? Я еще раз повторюсь, что мы работаем для покупателя, для российского, прежде всего, покупателя, и поэтому надо жизнь его сделать вкуснее, интереснее. И если мы будем это делать все вместе, наверное, успех будет обеспечен всем. Потому что мы с удовольствием делимся с Курском, с Архангельском, да. И поверьте, это действительно стоит того, и даже общение между собой стоит того. То, что, Наташа, спасибо большое тебе, Лаверды тебе тоже за то, что ты идею поддержала в 2019 году и продолжаешь ее усиливать, и вот разрастается такая большая аудитория. Еще раз познакомьтесь со мной, я Светлана Пирогова, директор собственного производства компании «Командор». Она сегодня уже несколько раз звучала в разных, от разных спикеров. Мы, а где у меня кликер? Большая кнопка. Большая. Да. Мы достаточно большая сеть, работаем в 4 регионах, в разных форматах. То есть это формат суперстор, это гипермаркеты, форматы фреш-маркет и форматы дискаунтер. То есть это абсолютно разноформатные магазины, разные площади в разных регионах. Для того, чтобы было понимание, мы работаем уже на сегодняшний день в 5 регионах. Собственное производство представлено очень плотно в 4. То есть это Красноярск, Красноярский край, Хакасия, Тыва и Ангарск, Иркутская область. А вы в Кемерово не пришли? В Кемерово мы пришли, да. Мы зашли в новый регион в Кемерово, дискаунтерами, хороший. Но пока собственного производства там нет, потому что плечо доставки большое. И это начало другого проекта. Не тот, о котором я сегодня рассказываю. Это когда мы общались несколько лет назад, как раз вот в начале той поездки, когда мы с тобой познакомились, общались мы с одним из владельцев сети там, региональная. И он говорит, у нас здесь есть все. То есть у нас там супер конкуренция. Я говорю, вроде как не очень большой регион. Еще сейчас и Командор туда зашел. Ух! Тем и интереснее будет в другом регионе, в Кемерово. Действительно, там очень плотно. Почему? Почему бы и нет? Собственное производство, это вот, как я уже сказала, очень разноформатное производство. 2 фабрики кухни, одна из которых в Красноярске находится, другая в Ангарске. И децентрализованные пекарни, которые расположены прямо на территории магазинов. То есть надо понимать о том, что это пекарни, кулинарные цеха в суперсторах, и где коллектив составляет там 20-30 человек. И есть пекарни в дискаунтерах, где у нас всего один пекарь работает на смене. Это вот красивые такие фотографии нашей жизни. Почему мы начали производить замороженные мелкоштучные полуфабрикаты? Мы очень активно начали в 2016 году расти, и стратегия компании была принята именно развить хлеб как якорная категория. Да, была принята. И очень активно начали прирастать пекарнями в разных регионах. У нас были ситуации, когда мы открывали в один день по 2 пекарни. То есть переезжали из региона в регион и продолжали открываться. Но надо понимать, что у всех ручки разные,
несмотря на то, что мы создавали и стандарты, и внешнего вида, и стандарты приготовления, каждый пекарь привносил немножечко себя в то изделие, которое мы производили. И мы могли булочку не узнать, которая в Красноярске выглядела так, а, допустим, где-нибудь в Тыве она выглядела иначе. Вот. И стоило догадаться, что же это за булочка. И поэтому, подумав и посчитав, мы приняли решение о том, что надо стандартизировать производство, и не нашли лучшего варианта, как запустить производство заморозки. Проект долго согласовывался, мы убеждали собственников, с четвертого раза защитили, и поставили окупаемость ему 3 года 2 месяца. Ну, забегая вперед, скажу, что мы купили его за 2 года 6 месяцев, этот проект, и он у нас продолжает как бы активно очень жить. Вот 10 июня 2019 года мы запустились, 10 июня 2022 нам 3 года, и я так думаю, что этой презентации я зафинализирую как бы сам проект, потому что впереди еще много. Вот. В 2019 году мы запустились и начали выпускать 647 тысяч изделий в месяц. Да, это был накат к Новому году, ассортимент. То есть задача стояла не просто сделать какой-то другой ассортимент. То есть мы пошли сложным путем. Мы уже имеющийся у нас ассортимент, тот, который покупатель любил, который привык видеть на полке, мы его видоизменили и перезапустили на заморозку. То есть, ну, нам это удалось. Есть какие-то у нас, конечно, и факапы, да, есть, как вот по мнению наших уважаемых категорийных менеджеров, есть неудачи, которые надо доработать для того, чтобы они были хорошо. Но в общей сложности на сегодняшний день мы изготавливаем и реализуем почти 2 миллиона изделий. Вот если здесь увидите динамику ассортимента в штуках, на сегодняшний день это уже 131 изделие. Причем некоторые полуфабрикаты мы используем для изготовления разных изделий, потому что ну, там только играет роль формовка. Здесь для информации приведена маржинальность изделия. То если ручная на 18%, почти 19%, то в заморозке это почти 50%. Это то, чем мы можем управлять. Так как это наша собственность, это наше собственное производство, своей маржинальностью мы управляем сами. Если говорить про структуру выпуска замороженных полуфабрикатов по направлениям, то здесь вы увидите о том, что мы делаем не только для полки, то есть готовые изделия. Мы наши замороженные полуфабрикаты используем и в фастфуде, в кулинарии. Мы используем в кондитерке. Мы делаем свое слоеное тесто, которое используем для торта «Наполеон». И, между прочим, у нас есть предприниматели, которые точно так же используют наше слоеное тесто для приготовления своих изделий. Вот здесь вы видите на этом слайде такие кусочки пирога, да, где на левом кусочке пирога этого видно о том, что все-таки хлеб у нас на сегодняшний день пока превалирует. Но я так думаю, что в будущем периоде мы с вами увидим, и я надеюсь, да, что это произойдет, то, что хлеб у нас тоже станет иным. Я пока сохраню интригу небольшую. Да? Кто знает, тот знает. Вот. Ну, то есть это будет меняться, ситуация меняться. А если посмотреть на правую диаграммку, то увидим о том, что 69% у нас все-таки хлеба идет в мелкоштучных полуфабрикатах, сделанном из замороженных. И ручных осталось очень мало. Мы их оставляем, потому что не все можно перевести на заморозку. Должен быть ручной продукт, но он у нас минимизирован. Вот на данном графике продажи мелкоштучных замороженных полуфабрикатов по месяцам, по годам. Вот синяя нижняя линия – это 2019 год, тогда, когда запустились. Если вы видите две средние, это оранжевая и серая, то это ковидные года. И обратите внимание на такой резкий спад. Это как раз апрель, да, тогда, когда у нас начался ковид. И ноябрь, второй спад. Это тогда, когда нас опять всех посадили. И закрыли. Ну, а верхний желтый – это вот сегодняшняя диаграмма, сегодняшняя динамика, то, каким образом мы растем и планируем закончить год. Если мы видим выручку по мелкоштучным замороженным полуфабрикатам, то тоже все графики говорят сами за себя. Мы устойчиво растем. Если говорить про факты, то когда мы стартовали, было 74 у нас цеха, да, на сегодняшний день 151 пекарный. Ну, видите, в соотношении персонала мы не сильно приросли.
То есть нам это дало возможность, конечно, упростить как и нашу производственную базу. Мы отказались от закупа дополнительных каких-то тестомесов. Вот. И в том числе то, что нас всех с вами на сегодняшний день, наверное, подрезает, дополняет, ну, сложности дополнительные создает, это, конечно, отсутствие профессионалов в нашей отрасли. И давая продукт замороженный людям, которых мы учим с нуля, да, учим профессии, мы где-то процентов, наверное, на 90 с небольшим уверены, что они его уже не испортят. Куда пойдем? Сегодня уже говорили о том, что, конечно, ситуация неопределенности сохраняется. И на самом деле, вы знаете, честно, это кайф. Потому что, с одной стороны, страшно, с другой стороны, не страшно, потому что, когда не знаешь, чего бояться, не страшно. Вот. И поэтому, наверное, будем расти, развиваться, двигаться вперед. Компания развитие свое не останавливает. И кризис – это время возможностей, несмотря на то, что сложности с оборудованием, несмотря на то, что сложности с персоналом, это время развития. Работаем и импортозамещаем сырье. И сейчас каждый импортный ингредиент у нас прорабатывается на предмет наличия, именно чтобы рядом стоял российский ингредиент. И я вам хочу сказать, вы знаете, я не ожидала, что у нас столько российских аналогов сырья, честно. Потому что мы настолько подсели на импорт, спокойно, удобно, комфортно. И когда вот нас приперло, я не предполагала, что у нас столько талантливых производителей. Посмотрите по России, их очень много. Потом, в дальнейшем, возрастает роль дискаунтера на рынке. И, как я уже сказала, зашли на новую территорию, пока без собственного производства. Очень большое плечо логистики. Это, опять же, база для нового проекта, база для развития, наверное, заморозки в хлебе. Вот, и поиск новых каких-то решений. Для покупателя перестала иметь значение марка. Как Наташа сказала сегодня уже, да, вкусные точка. Где тут Макдональдс теперь? И Кока-Колу заместят. И будем кушать собственные торговые марки. А собственное производство – это самая собственная торговая марка. Поэтому у нас для, с вами очень большое, наверное, для развития время, опять же. Ну, да, ожидается снижение объемов потребления. Ну, с этим тоже будем жить и работать. И вот Татьяна сказала, что они развиваются, допустим, новинки вводят в первой и второй ценовой категории. А мы, например, думаем о том, что нам нужны дорогие вещи, дорогие продукты. Нам нужны сырники из натурального творога, да, сдобренные натуральной сметаной. Нам нужен другой продукт. Люди должны получать вкус. Мы же с вами об этом говорим. Вкус. Это должно быть вкусным. Ну и мы развиваемся не только внутри своей сети, мы развиваемся и вовне. У нас есть клиенты, как и сетевая розница. Мы предлагаем свой продукт замороженный, как сетевой розницы, так и мелкой розницы. То есть на сегодняшний день, пока мне позволяют объемы, я буду стоять крепко на двух ногах. Не только в собственной сети, но еще и вовне. Потому что продукт востребован, и значит его надо продавать, надо зарабатывать. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо еще раз за оптимизм.